остановиться, танцевать для тебя. Для меня случится, если огонь на меня. Не остановиться, танцевать для тебя. Для меня сладится, если огонь на меня. Не остановиться, танцевать для тебя. Для меня сладится, если огонь на меня. Пусть узнает мир, пусть услышит каждый, мой Бог достоин хвалы. Пусть наполнятся реки воды живой, опыт привасти все. Пусть узнает мир, пусть услышит каждый, мой Бог достоин хвалы. Пусть наполнятся реки воды живой, опыт привасти все. Аллилуйя! Слава Богу! Здравствуйте, церковь! Сейчас время объявлений, так что будьте внимательны. В понедельник у нас будет пасторский час в 6 часов вечера. И в понедельник будет английский speaking club. С 6 до 7 первая группа и с 7 до 8 вторая группа. Это будет в этот раз будет в офисе. Во вторник у нас утренняя молитва с 8:30 до 10:30. Также в 6 вечера женское общение и в 6 вечера детский мастер-класс латиноамериканских танцев. В среду у нас молитвенное служение на 6 вечера. В четверг молитвенный марафон с 8:30 до 5. Также братское общение на 6 вечера. В субботу подростковая встреча на 2 часа дня. И молодежная встреча на 6 часов вечера. В воскресенье также служение на 11. И еще дополнительная информация по поводу репетиции для фестиваля народов, который будет во время фестиваля семьи, то есть совместно это будет. Это будет 1-2 июня. Мы участвуем только 1-го. Да, но проходить будет 2 дня, если хотите вообще побыть там. Репетиции будут. Я скажу, что когда будет, и уточните у организаторов, кто участвует, когда вам приходить. Потому что, может, не на каждый день нужно будет приходить, но на последнюю, которую я скажу, нужно будет, конечно же, быть всем. Будет 20-го в 6 вечера, 23-го после молитвенного служения, 25-го это суббота с часу до 4, и 27-го в 6 вечера, и 29-го это будет последняя молитва, репетиция. По-моему, тоже на 6, сейчас, извините. Нет, точно не сказали, но я думаю, на протяжении репетиции вам скажут. Но будьте готовы, потому что 29-го это будет последняя репетиция, и нужно будет быть те, кто участвует. Все, спасибо за внимание. Дорогая церковь, служение подходит к концу. Но давайте перед этим помолимся с вами за Украину, потому что скоро у нас будет инаугурация президента, насколько вы знаете, да? Давайте встанем на ноги, просто благословим нашего президента, нашу страну. Как сегодня сказал пастор, у нашей страны есть будущее. Вы в это верите вообще? Я надеюсь, что вы верите, потому что я в это верю. Поэтому давайте помолимся и за мир также. Дорогой Бог, благодарим, Господь, Тебя за страну, в которой мы живем, Господь, за то, что Ты держишь, Господь, нас и нашу страну, Боже, в своей руке, за то, что все, Боже, мы верим двигаться по Твоему плану, Господь. И Ты говорил, что мы благословляли начальство и власти, и мы благословляем нашего нового президента во имя Иисуса Христа. Боже, это, Боже, событие инаугурации, Господь, пускай все придет, Боже, по милости, Боже, Твоей, пускай все будет хорошо, пускай все будет по Твоему плану, Господь. Мы благословляем, Боже, всех людей, которые служат, Боже, нашей стране во имя Иисуса Христа. Мы верим, что у Украины есть будущее, светлое, хорошее будущее. Украина будет благословением для многих народов, мы в это верим и благословляем. Также молимся за мир на Украине, Господь. Верим, Господь, что также Ты держишь все в Твоей руке. Мы молимся и благословляем. Мы благословляем нашу страну, Боже, наше начальство и власти. Верим, Господь, что у Украины есть, Боже, великое большое будущее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь.